Валлахи аль-азим, это страшный хадис, но я должен его упомянуть, потому что среди нас молодые и старые братья, и все мы нуждаемся в наставлении. Передают, что Саубан, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Я знаю людей из числа моей уммы, из мусульман, которые придут в судный день с благими деяниями, величиной с горы, светящиеся ярким светом». Затем посланник сказал: «Но Всевышний Аллах превратит их в рассеянный прах. Они будут рассеяны в прах. Все их благие деяния исчезнут». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, опиши нам их качества, чтобы мы не оказались из их числа, даже не подозревая об этом». Посланник сказал: «Они являются вашими братьями, и они ваши соплеменники, и они непростые мусульмане. Это люди, которые просыпаются посреди ночи и молятся так же, как и вы молитесь. Но в чем же тогда проблема? Но стоит им остаться наедине с запретами Аллаха, как они нарушают их. Поразмысли, о мусульманин, когда он или она одни в комнате, и перед ними экран ноутбука, компьютера или смартфона, они приступают к пределы дозволенного Всевышним Аллахом. В поэме гласится об этом красноречиво: «Если бы Господь спросил меня, разве тебе не было стыдно передо мной? Разве тебе не было стыдно ослушаться меня, скрывая грех от моих творений, а затем прийти с этим грехом ко мне? Ты пугаешься, когда кошка забегает в твою комнату, но ты не боишься того, что Всевышний Аллах наблюдает за тобой. Послушайте меня, о мусульмане, мне важно разъяснить вам это. Если грех в уединении совершается из-за слабости или по ошибке, и это не вызов Аллаху, то это обычный грех. Но если ты грешишь, осознавая, что твой Господь наблюдает за тобой, и это все же не останавливает тебя, и ты упорно продолжаешь грешить, то ты бросаешь вызов Аллаху, и Аллах сотрет твои деяния. Мои дорогие братья, будьте бдительны, как были бдительны наши предшественники. Пусть Всевышний Аллах дарует нам успех, и пусть Аллах дарует нам силы совершать много благих деяний. Однако будьте бдительны, чтобы эти деяния были приняты Аллахом. И пусть Всевышний Аллах примет от вас и от меня.